просто с Ютуба, потому что ребята уже записались, а я молчу. Итак, какой самый вкусный последний продукт вы ели до автономии? Спрашивает Инна. Ну, наверное, не знаю, как большинство, что-то сладкое, виноград, манго, что-то такое. Ясненько. Ну, как? Сейчас нет такого. Ты, наверное, мысленно его съедаешь, если смотришь, и радуешься, когда кто-то кушает, да? А сейчас даже как-то мысленно особо не хочется. Ну, ты на этом не акцентируешься, и поэтому, ну вот, как-то вот он есть и есть, продуктовый магазин есть и есть, обувной магазин есть и есть, ты же не ходишь туда постоянно, не примеряешь ментально какую-то новую обувь. То есть ты идешь туда, когда тебе нужно что-то хочется, либо что-то нужно, какую-то новую обувь. Ты только тогда туда заходишь. А так ты проходишь, ты можешь даже не заметить, что ты проходишь 10 раз мимо одного и того же обувного магазина. Точно так же и продуктовые. То есть я, конечно же, захожу в продуктовую, потому что там еду детям купить, но они мне сейчас все чаще и чаще самостоятельно это делают.